Блин, что-то не очень получается эта песенка от Макаревича про марионеток. Друзья мои, я сейчас не очень, наверное, трезвый, но тем лучше для вас, поскольку то, что у трезвого на уме, то у пьяного, ну, сами понимаете. Вы, конечно, посмотрели новый фильм Алексея Навального про Новосибирск. Как? Еще не посмотрели? Ха, странно. Ну, наверное, вы не апологет Навального и не его яростный противник. Но тогда ответьте и без него на вопрос, а кому принадлежит Новосибирск? Вот центральная улица Ленина, куда она ведет? Кому принадлежит улица, нет, не улица, сам город Новосибирск? Вам, жителям города Новосибирска? Ха-ха-ха, вы вместе со мной посмеетесь. Конечно, нет. А кому? И кому должен этот город принадлежать, ну, не по праву собственности, а по силе влияния? Кто должен влиять на то, как город развивается? Многие скажут, моя хата с краю, от меня ничего не зависит. И будет прав. Конечно, от вас ничего не зависит. Но это в том случае, если вы ничего не предпринимаете для того, чтобы от вас что-нибудь зависело. Посмотрите ролик Алексея Навального, ну хотя бы только потому, что это его последний ролик перед отравлением. Кто отравил Алексея Навального? У меня был этот опрос на Ютубе, и люди по-разному отвечали. Так может быть, среди тех, кого можно отнести к потенциальным отравителям самого известного оппозиционера России, может быть, к числу отравителей можно отнести тех, кто стали героями этого ролика. А Алексей Навальный пытался рассказать о том, что в Новосибирском управляют чуть ли не мафия. Мафия застройщиков, гробовщиков, ну там и прочих единороссов. Здравствуйте. Причем здесь мы, скажете вы? Так вы, жители Новосибирска, не от вас ли должна зависеть жизнь в этом городе? Только ли от власти, которая как бы порой скажет от Бога. А почему от Бога? От нас, от жителей. Даже в Конституции, которую недавно мы поправляли или наоборот не хотели, чтобы поправлять, написано, что источником власти в государстве является народ. А народ это кто? Это я, это мы, это ты, каждый из нас. Это ты источник власти. Но как ты влияешь? Почему кто-то из Москвы приезжает для того, чтобы рассказать нам, кто в нашем городе заправляет? И почему от того, кто приезжает из Москвы, должно зависеть ваше решение? Навальный или не Навальный? Или, может быть, присланный издалека губернатор? А может быть, агитатор за Сталина? Почему они должны определять то, что вы думаете про ваш город, про наш город? Почему от них должно зависеть то, как мы будем жить в ближайшие 5 лет и даже дальше, больше? И не только мы, наши дети. Вот вы ходите на выборы? Я спрашиваю об этом постоянно моих избирателей. Вы мои избиратели, вы сами выбираете, что смотреть. Моих зрителей я спрашиваю. И многие отвечают, да, конечно, я хожу на выборы, но я не верю им. Не все ходят на выборы, на местные выборы ходят очень немногие. И кажется, ну что от меня зависит? Ну один голос. Один голос. Два, три. Может быть, дальше десятки, сотни, тысячи голосов смогут повлиять на то, как изменится наша жизнь. Или хотя бы на то, как мы сами будем себя ощущать. От нас зависит наша жизнь. Или от тех, кто приезжает или приносит нам извне влияние на нашу жизнь и манипулирует нами. Посмотрите фильм Навального. Даже если вы с ним не согласитесь, вы увидите точку зрения со стороны, а со стороны виднее. А там дальше решайте, что вам делать, за кого голосовать, голосовать ли вообще и слушать ли вот этого балабола, порой нетрезвого, Ханова, поскольку вам самим решать. Манипулирует ли вами кто-нибудь? Театр, вот он театр. Вся жизнь в нем. Все мы актеры. И массовка мы, или все-таки от нас что-нибудь зависит? Мы можем стать авторами нашей жизни.
или только лишь зрителями.